Всем доброго утра. Доброго, Басенька. Доброго утра. Как хорошо он лежит, мой маленький. Ну, зайка мой, зайчонок. Зайчонок, что ли ты, зайчонок? Зайчонок. Маленький зайчонок. Ну, кусаться нельзя, а? Кусаться нельзя, Басенька. Басик кряхтит. Вот Басенька, вот Басенька. Вот как ему хорошо на одеялке. Сладенький. Что у нас там сегодня с погодой? Обещали метель вообще-то. Обещали метель. По-моему, там не метель. Пишет легкий снег. Вот так. На улице у нас. Ветер вчера был просто бешеный. 20 метров в секунду. Прислали смс-ку. В общем, откажитесь от транспорта. Вот, бархатцы мои. Так, еще одни тут зацветают. Васюль, я пошла завтрак. Ты завтракал? Он завтракал, его Коля кормит. Лежит. И не шлахнется, а? Басенька. Мне показалось прохладненько. Накинула халатик. Костюмчик хороший. Прелесть. Этот бант, мне кажется, ни к чему здесь. Девчонки, кто-нибудь еще выписывал такие костюмы? Покупал на ВБ? У меня 52 размер. Так. Свет включить. 52 размер. Это не реклама, это то, что я купила. Так, карман. А с этой стороны? А, кармашки есть с обеих сторон. Так, все. Мне как-то показалось прохладно. Накинула. Красота. Иду завтракать. Ты идешь или будешь выгибаться здесь? Вот он. Иди, говорит, мам, иди, я тут поваляюсь. Так, похоже, снег с этой стороны. И с этой стороны больше снега, кажется, нападало. Даже вот сюда. Не будешь цвести, выкину тебя. Вот каланко я рассаживала, девчонки. Не знаю, зачем я его так рассадила. Ну, пусть растет. А это новенький я купила. Красным-белым. Думала, будет розовым, красным. Красивый. Вчера купили вот такое вот ведро. Корыто. Силиконовое оно такое. Силиконовое. Короче, когда моешь посуду, уже вымыл, составляешь сюда. И оно сохнет. Не надо вот этих вот полотенчиков, который мы стелим вот сюда, полотенчики. Сейчас вам покажу. Вот так это выглядит. Сушилка на мойку раздвижная. Она, кстати, и на мойке по длине, которая, ну, как и квадратная, и на все. Она раздвигается. Вот она там раздвигается. Стоит пока это вот здесь. Мне вот это не нравится. Я даже не знаю. Купили в Леруа вчера. Бежит Баська. Так, сушилка на мойку для кухни. Вот так она должна выглядеть на мойке с посудой. Для прямоугольных шириной не менее, для круглых. Так, что-то чайник кипит, не выключается. Что еще? Вчера еще купили коврик, купили. Девочки, вот такой коврик. Лохматенький. Такой вот он лохматенький. Хороший. Мне понравился. Вот такие вот дозаторы. Для жидкого мыла. У меня уже такие страшные прям были. Вот. Одинаково я взяла. И в туалет, и в ванную. Вот в ванной стоит. Они пластмассовые.
Есть и стеклянные, фарфоровые, до 1000 с лишним рублей. Это вообще какой-то ужас. Это 300 рублей стоит. И когда что-то новое покупаешь, все равно так приятно. Хоть мелкие покупочки приятно. Ты что взял, носок? Ну, моська тебя, Вася. Давай, давай, к себе, к себе. Коля вчера был дома, я в выходные работала. И в субботу, и воскресенье. Что они делали? Уборку делали. Потом вот мы между клиентами ездили в Леруа. Ну, забирай масол. Забирай свой масолик. Ну, Васенька, забирай масолик. А то я заберу масолик. Моська. Забирай скорее, забирай. Молодец. Плюх. Шлёп. Плюх. Шлёп. Собрала полотенце на работу. Купили новый кран. Кран хотим сменить. Такой кран интересный, он белый. Тут двигается, ну как? Как сказать? Не могу сказать. Короче, гибкий он вот здесь, гибкий. И то переключается на душ и на просто струю. В общем, не знаю, что вот с этой. Сначала что-то прям мне захотелось, теперь уже я не хочу эту ерунду, потому что вот здесь все время будет стоять. Ну, посмотрим. Коль говорит, да ладно, 500 рублей, что там, выбросишь потом? Я говорю, здрасте, выбросишь. Все, пришел. Пришел. Будешь? Ну, давай команды тогда выполнять. Будешь команды выполнять? Да? Так, сейчас я сяду на стульчик. Давай. Васюль, ну, ко мне. Ко мне. Сидит. Сидеть. Молодец. Лапу. Нет. Зачем кувырок? Вася. Закружился. Так, лапу давай. Лапу. Другую лапку давай. Молодец. Носик. Носик. Кувырок. Кувырок. Так, кувырок. Вась. Так, сейчас я... Кувырок. Басюля. Закружился. Сидеть. Лапку давай. Лапку. Лапку. Носик. Кувырок. Кувырок. Баська, кувырок. И что же это за колобок такой? Многие сейчас стали спрашивать в комментариях, что за порода, что за порода. Чихуахуадир. Такая вот у него порода. Я достаю патчи. Хочу другие достать. От сибирского здоровья. Курицу вчера тушили в рукаве с картошкой. Картошку сначала немножко надо отварить, минут 5-7, слить воду, сложить все в рукав и запекать. Она не будет такая дубовая. Так, вчерашние сырники. Три штуки. Вчера много было, я штук, наверное, 20 сделала, потому что из трех пакетиков были в Чижике, купили сладкие, прям яблоки хорошие. За 2 дня мы их съели. Такие вот яблоки вкусные прям. Прям вкусные-привкусные. Сметану. Что мы брали? Холодец там очень вкусный. Мне нравится холодец там из говяжий. Прям и мясо, и перчик. Все там в меру. Что такое? После палочки. Давай, мой вкусняшечка. Ну, кайф, кайфушечки. Кайф, кайфушечки. Баська сегодня балдеет. Баська сегодня балдеет. Хорошо, как меня замело. Прям хорошо. Сейчас буду очищать. Разгребать. Мне достаются эти деньги. Чтобы прийти поработать, надо сначала расчистить. Кто-то вот говорит, что ой, что ты там до обеда работаешь, потом уходишь, неполный день.
Ну, каждому свое. А мне вот надо чистить. С больной спиной, конечно, моей. Это еще неровная плитка. Так я расчищаю. А метель не унимается.